Запускаем третью неделю и запускаем маркетинг акции для увеличения продаж в 2-3 раза. Меня зовут Татьяна Чендясова, и сегодня для вас обзор третьей недели календаря инфоповодов. Здесь есть навигация. Переходим по навигации. Есть макеты для бизнеса и есть игра для вовлечения вашего бьюти-чата. Также эту игру можно выставлять и в историях, в WhatsApp, в социальных сетях. То есть вы спрашиваете, как вы думаете, сколько стоит бьюти-набор, и за правильный ответ придумайте какой-нибудь подарок, какой-нибудь подарочный гайд с вашей же визиткой. Далее мы с вами запускаем как раз маркетинг акции. Чуть позже сброшу как раз вот это видео «10 фишек для организации ЛТО». Записывала, по-моему, года 2 назад, после того, как получила очень классную книгу по маркетинг акциям, которая как раз и помогает увеличивать продажи. И смотрите, каждому дню вы можете делать привязку. То есть неважно какой день, вы можете как это привязать. Просто специально к такому-то дню, ко дню бродячих дверей запущена такая-то акция. Какая акция? Впереди у нас 14 февраля, поэтому можно привязаться к этому. Запускаем шикарнейшую акцию, которая всегда выстреливала, это тающая скидка. В чем смысл? Здесь есть пояснение, то есть идет таяние скидки 15, 10, 5. И на каждый день запущена как раз эта скидка, причем скидка только к наборам, к идеальным наборам, которые друг для друга подходят. Есть эти макеты. Также очень классный ролик к 14 февраля. Как раз покупаете витаминки для него, для нее. И есть возможность получить бьюти-набор стоимостью всего за 99 рублей вместо 1240. Также мы продолжаем работать дисконтами. Предлагаем дисконт специально к празднику. То есть здесь классный инфоповод. Вы поздравляете свое окружение. Отмечают они, не отмечают этот праздник. Просто дарите частичку тепла и любви. И есть возможность приобрести 20% скидку и делать подарки. Более подробно, как работать с сертификатами, было разобрано на второй неделе. Поэтому этот инструмент также можно будет использовать. Далее. Вы можете запустить в бьюти-чате акцию «Приведи друга и получи подарок». Далее вы уже сами решаете, что у вас есть. Может быть, просто пробники делать в подарке. И потихоньку-потихоньку, все больше и больше, говорим о том, что надо уже делать подарки к 23 февраля. Многие думают, что касание продуктивно, 3 касания, 6 касаний. Наверное, вас не удивлю, что сейчас уже доказано, так как у нас очень много информации, нужно делать 28 касаний, чтобы был результат. Поэтому мы можем не просто вот одно и то же сообщение вы 28 раз своему знакомому сбрасываете, а об одном и том же, но с разными слайдами, с разным подходом, с разным текстом. И поэтому мы потихоньку об одном и том же, но с другой подачи как раз и рассказываем. Скрипты, макеты, все для вас. И здесь вот, например, какая акция. Для увеличения среднего чека можно сделать следующее. Покупаете набор для него и получите 20% скидку на новинки, либо на какой-то другой продукт. Ну, вот здесь вот макет такой. Это дает возможность вам увеличить средний чек. Еще раз, маркетинг акции – это для того, чтобы увеличить ваши продажи в 2-3 раза. И это реально, если особенно вы делаете все больше и больше касаний. Вот еще тоже примерно из этой же акции. Выбери набор для него и получи идеальный набор по спеццене. Все это можно расписать, рассказать. И снова бонус астропрогноз. Наверняка заметили, что бы вы ни делали, но 5, 6 февраля и 7 было очень убыточно, и произошло очень много таких событий, и это неспроста. Поэтому на такие дни нельзя что-то планировать масштабное, запуск какой-то программы. Есть специальные идеальные дни для собеседования, для презентации, где у вас будет больше откликов. То есть можно проводить каждый день, пожалуйста, но наверняка, если вы проанализируете свое действие в течение
течение месяца, вы обратите внимание, что где-то вы совершали 80% действий и получали 20% результата, а где-то вы 20% действий совершили, получили 80% результата. Почему? Да вот просто потому. Поэтому прежде чем совершать какое-то дело, я всегда обращаю внимание на то, что сейчас делать. Например, сегодня я вам записываю 13 числа, и я смотрю, что я могу быть активной в первой половине дня. Во второй половине дня результативности такой не будет. То есть можно делать механические действия, но самое активное надо делать с утра. Вот и все. Просто посмотрели, это как вы в окошко посмотрели, вы ориентируетесь, как сегодня одеться, да? Поэтому, кроме этого, здесь для тех, кто подписывается, есть еще больше предложений, выгодных, интересных, как можно увеличить свой средний чек и увеличить продажи. Поэтому очень много полезной информации. Это календарь инфоповодов для второго каталога. Только сегодня цена 675, уже завтра будет 990. Информации очень много полезна, вы это вкладываете в свои возможности. Вложили, получили гораздо больше. Поэтому, если интересно, пишите.